Военнослужащие отдела пограничной службы Мелитополь-Железнодорожный отмечали свой праздник на боевом посту. Правда, поздравления от городской власти, ветеранов пограничников и общественных организаций все-таки принимали. С учетом непростой обстановки в стране, пограничникам, которые несут службу на станции Мелитополь, не до торжеств. Утро в отряде началось с обычной пересменки. Построение, инструктаж и дежурные наряды отправились проводить проверку прибывающих поездов. Самый пущий случай, это у нас было затримання близько 400 грамм марихуаны. Значит, было затримано близько до 10 миллионов коштів, которые были в різних там випадки 4 миллиона 950 тысяч, 1 миллион там 750 тысяч и 6 тільки там по 1 миллион 700 тысяч. Это вилено было, передано было Службу безпеки України. Близько 400 осіб було не пропущено. Добавили праздничного настроения в трудовые будни военнослужащих гости Мелитопольского погранотряда, представители городской власти и ветераны, которые в свое время несли службу на государственной границе. Хочешь, чтобы были примеры не только на службе, не только при досмотре вагонов или пассажиров, но и в городе. На вас смотрят молодежь, дети, а мы рады вас всегда видеть на наших мероприятиях. Я хочу поблагодарить вас за ваше мужество, за ваш высокий профессионализм, за то, что вы стоите на страже границ нашей Родины, охраняете спокойный сон наших детей. Хочу пожелать стойкости, силы, высокого духа. Огромное вам спасибо за вашу службу. С праздником, уважаемые пограничники! Пограничники поблагодарили гостей за поздравления и подарки. По словам военнослужащих, благодаря поддержке неравнодушных мелитопольцев, они ни в чем не нуждаются. Полностью решены бытовые вопросы личного состава. Но даже в праздник пограничники отдыхать не собираются.